Good morning, my dear students. I am very happy to welcome you at our listening course. And first of all, let me tell you a couple of words about the course itself and about my experience. Меня зовут Татьяна Таранова, и я преподаватель английского языка, и с вами мы на этом курсе будем говорить о навыках восприятия речи на слух. Я сразу хочу сказать о том, что я не какой-то специализированный специалист по этой теме. Я просто человек, который в свое время испытывал большие сложности с восприятием речи на слух, но я их преодолела. Я могу сказать, что теперь я понимаю практически 100% разговорной английской речи. Конечно же, при условии, если я знаю слова, которые употребляются в этой речи. И я знаю, как э, научить, как пройти этот путь для человека, который не обладает какими-то особыми навыками, каким-то особым слухом и легко различает все слова. И я надеюсь, что... Я помогу вам, что мои советы для вас будут полезны. И прежде чем мы приступим к основному материалу сегодняшнего урока, я хочу вам сказать, на чем будет основан этот курс, что мы будем делать. Да, это не просто какая-то, несмотря на то, что я это все своим опытным путем прошла, но... Информация в этом курсе не будет основываться только на моем личном опыте. Конечно же, я это все изучала в университете, и уроки фонетики в университете были моими любимыми однозначно, и очень многое я помню оттуда. И, конечно же, будут несколько любимых книг, которых я потом в конце видео последнего обязательно вам порекомендую, если вы захотите дальше изучать этот материал. И, конечно же, очень много будет аутентичных материалов. Итак. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Конечно же, восприятие речи на слух не может быть без фонетики. Но э, глубоко в фонетику и в произношение мы с вами углубляться не будем, но тем не менее, для того, чтобы нам работать в дальнейшем, нам обязательно с вами нужно ознакомиться с основными знаками фонетической транскрипции и научиться произносить звуки. Потому что, как я неоднократно уже говорила, мы не можем воспринимать звуки на слух, если мы не знаем, как они произносятся. И нам гораздо будет лучше воспринимать, легче воспринимать чужую речь, если мы сами будем понимать, как эти звуки образуются. Я вам говорила на своем собственном примере, что я не всегда произношу звуки правильно, в силу того, что а, для этого нужно определенным образом напрягать лечевой аппарат, что достаточно часто бывает просто лень делать. Но тем не менее... Знание того, как образуются звуки, помогает мне понимать то, что говорят. Итак, давайте приступать. Мы начнем с вами с гласных, с системы гласных. Очень скоро я вам покажу мою любимую табличку, которая в свое время в университете разложила все по полочкам. Мне стало все четко, ясно и понятно. Но прежде чем мы посмотрим с вами на эту табличку, не хочу сказать несколько слов о том, как образ... за счет чего образуются звуки. В первую очередь, на звук влияет расположение языка. Это может быть низкий подъем, средний подъем, высокий подъем. Точно так же влияет место образования звука на языке. Да, это может быть переднеязычные звуки. И на самом деле это очень сложно объяснить. Просто да, вот напряжен у нас кончик языка. Звук образуется на кончике языка. Среднеязычный, где... Звук образуется за счет поднятия средней части языка. Средняя часть у нас активная и заднеязычная. И точно так же на образование звука у нас влияет позиция губ. Вот эти вещи очень важны. Итак, теперь позвольте мне показать вам мою любимую табличку. Итак, вот она, моя любимая табличка. Не пугайтесь, если она на первый взгляд кажется какой-то странной и непонятной. Она просто отображает вот то, о чем я вам говорила. Положение языка во рту. У нас вот эти звуки – это нижнее положение языка, то есть это гласные нижнего подъема. Это значит, что язык у нас лежит плоско во рту. Дальше гласные среднего подъема язык занимает серединную позицию, и гласные высокого подъема язык под верхним небом. Теперь у нас переднеязычные гласные это значит, что передняя часть языка активная, среднеязычные гласные значит средняя часть. И заднеязычный это значит, что звук образуется вот в задней части ротовой полости. И мы с вами, теперь на что нам нужно обращать внимание? Нам нужно с вами, опять же, это не урок чтения, мы не будем с вами учиться читать слова, но нам нужно запомнить фонетический значок. Вот в этой табличке мы видим не буквы, мы видим фонетические символы. Нам нужно запомнить, как этот значок, как этот символ выглядит и какой звук он передает. И мы посмотрим с вами, почитаем слова. Вот здесь мы видим слова, но вот те подчеркнутые буквы дают именно тот звук, который сейчас я вам покажу. И несмотря на то, что э, звуки все важны, мы с вами особое внимание уделим тем, которые вызывают некоторые troubles, проблемы для русскоговорящих людей. И иногда могут быть какие-то курьезные ситуации с этим тоже связаны. То есть мы обратим большое внимание на те звуки, которые важно различать, потому что от этого зависит смысл. И начнем мы с вами со звука и. Звук и долгий. Обозначается в транскрипции. Вот так. Обратите внимание, в долгом звуке есть точечка вверху. То есть он, он также выглядит, как и буква. И, конечно же, долгота а, обозначается двоеточием. Теперь нам нужно понять: мы видим, что это переднеязычный гласный высокого подъема. Но, что нам нужно? Нам нужно, чтобы наш кончик касался нижних зубов и передняя часть языка поднималась вверх. Вот как вот здесь, да, то есть она практически выгибается спинка и касается передних зубов. И, и, и теперь давайте попробуем почитать слова с вами. Kill, повторяйте за мной, repeat after me. Kill, feeble, очень важно, у нас рот в легкой улыбочке, губы не напряжены, рот полуоткрыт, да. Feeble, Думайте о том, чтобы кончик языка прятался за нижними зубами и передняя часть языка, не, нам нужно, не, не нужно его сильно вываливать вперед, передняя часть поднимается к твердому небу, сюда, к альвеолярным бугорочкам. Но ну, просто думайте да, о том, чтобы язычок спрятать кончик за нижними зубами и дальше передняя часть поднялась наверх. Сик, хид, си, пип. Jeans, grieve, Receipt, Seize. Я надеюсь, что вы успели заодно повторить. Если что, тормозите, нажимайте на паузу и повторяйте. И еще разочек. Kill, Feeble, Seek, Heed, See, Peep. Dance, grief, receipt, seize. сразу забегу наперед, скажу, что в речи, в потоке речи звук не звучит так долго, как я его произносила сейчас, он немножко сокращается. Но важно, что долгие звуки всегда ударяются, что мы их не прожевываем, мы всегда в слове ставим акцент, то есть мы его выделяем. Долгий звук всегда слышно. И вот здесь, в разряд этих слов, вот то, что я вам говорила, что иногда мы попадаем в курьезные ситуации, всем известный пляж. В слове пляж именно этот звук. Beach. Помним: кончик языка вниз за нижние зубы, передняя часть языка вверх и улыбаемся. Beach, beach. Да. How can I get to the beach? И никаких проблем у вас не будет. Теперь переходим к следующему звуку. С этим мы запомнили. И стремиться наверх. Улыбаемся и наверх. Теперь следующий звук. Звук И. Как вы видите, он находится в передней части языка чуть-чуть ниже. Подъем языка чуть-чуть ниже и чуть-чуть назад. Акцент назад. Даже не то, что сдвигать, просто думать. Мы как бы мыслим, представляем, что язычок чуть-чуть назад сместился. И кончик языка уже не прячется за нижними зубами. Он где-то находится вот тут примерно посерединке между зубами, там его положение. Хем чем-то похоже на русское и смесь между и и и. hilarious, hideous, hind. Следите за звуком и. Whim, spirit, village. Обратите внимание, буква A здесь неударная, и она редуцируется, то есть сокращается до звука и village, cabbage, delete, crypt. Вот звук и у нас короткий, поэтому на нем акцент не всегда ставится. Вот э, в этих словах на звук и падает ударение, мы его произносим четко. А вот в слове delete ударный слог второй. И эта буква редуцируется до звука и. Звук и здесь неударный, произносится невнятно. Еще раз. Вам нужно просто как будто бы позволить языку забереть. Где-то там посерединке и чуть-чуть переднюю часть приподнимать наверх. Наверх и назад. Не до середины, да, не до середины рта. Вот где-то вот здесь должен быть язычок. И. И. Хим. Уим. Спирит. village cabbage, delete, crypt. И с этим звуком в неположенных ситуациях лучше не произносить слово пляж, иначе получится не пляж. Помним о том, что в слове пляж у нас и beach. Хорошо, я думаю, с этим мы справились. Запомнили, здесь почти такой же звук, Значок, да как здесь, но он усеченный. То есть это палочка с двумя маленькими перекладинками вверху, внизу. Звук И. Теперь в сравнении давайте посмотрим: Hip-hip. Deep-dip. Я думаю, разница заметна. Дальше. Следующий звук. Э. И опять же, это одна из тех проблемных пар, где нам, нашему уху, зачастую очень сложно уловить разницу. Что нам нужно? Мы видим звук «э», вот так вот он отображается в транскрипционных значках. Это передний среднего подъема. У нас с вами э, кончик языка находится за нижними зубами, и звук, язык расположен посередине. Я язык, да, рот полуоткрыт э, 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 короткий звук. Sensible, run, bag, bent, gentle, leopard, head, thread, leisure, says. Давайте так, чтобы за мной успели повторить. Sensible. Следим за звуком, за положением языка. Можете сейчас произносить основные звуки как угодно, неправильно. Нам нужно... Правильно, неправильно, без разницы. Нам нужно сейчас сконцентрироваться над тем, что у нас язык, кончик слегка, да, касается нижних зубов, прячется за ними, и остальная часть находится вот здесь. Вот звук, да, до этого у нас звуки и были вот здесь и высоко, а теперь вот здесь вот. Э, Сенсибл. Сэ, сэ, э, Рэн бэг. Бенд, джентл, сэн, сэнсибл, ран, bag, bent, gentle, leopard, head, thread, leisure, says. Я надеюсь, что вы с этим справились. Давайте перейдем к следующему звуку. Следующий звук – это звук «э». Вот тут-то нам бывает часто сложно. И никак не отличить одного мужчину – от нескольких мужчин. Давайте с вами разбираться. Что нам здесь нужно? Этот язык, этот звук у нас переднеязычный низкого подъема. Это значит, что язык плоско лежит во рту, и нам нужно кончик стараться спрятать за нижние зубы. Опять же, это очень сложно сделать, но нам нужно думать о том, что язык вот плоско улегся во рту, мы его пытаемся там спрятать именно плоско, не выгибая его, а плоско, как будто бы, чтобы не показывать его никому. That happened. Land. Understand. Panther. Ragged. Man. Actually. Я думаю, что вы даже можете увидеть о том, как язык, хоть он не помещается у меня за нижними зубами, его все равно видно, но видно, что он лежит плоско. Давайте сравним с вами слово "кровать" и слово "плохой". Bad, 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 bad. Я думаю, что вы даже замечаете, да? Давайте посмотрим. Б-д-кровать, bad, bad, плохой. Видите разницу? Bad. Bad. Bad, 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 bad. Ну, у нас даже мы видим, что рот по-другому открывается. Звук «э» широкий. Bad, 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 bad. bad. А в слове «кровать» язычок чуть поднимается назад, и рот не так сильно открыл. Дальше. Мужчина, мужчины. man. Men. Man, man. Слово «земля» и слово «одалживать». Land, 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 land. Звуки э вот в этом звуке примешан звук а. Да? Land, man, bad. В сравнении с land, man, bad. Здесь, конечно, нужна практика. Но, опять же, у нас это курс не по фонетике, а просто курс а Курс по восприятию речи на слух и мы это разбираем только для того, чтобы потом мы могли делать упражнения и потом мы могли отличать фанатические фанатическую транскрипцию фанатическое произношение от беглого произношения для того, чтобы мы могли это все сравнить. Вот запоминаем звук Э отображается таким значком, он похож на такую широкую какую-то лягушку бабочку Э «А, Э а, Мен. Давайте дальше. Следующий звук. Следующего звука не существует в русском языке, поэтому очень часто он вызывает сложности. Это звук ⁇ э ⁇ У нас язык лежит ровно посередине, и звук образуется вот, да, нужно думать о том, что звук где-то посередине, в середине рта образуется. И ничего больше особого не происходит, челюсть расслаблена, губы расслаблены. звук ⁇ э, э. ⁇ Попробуйте. Вот так позволить языку зависнуть в середине рта и сказать какой-нибудь звук, допустим звук о, uh, uh, uh. вот что-то, да, чуть-чуть uh. подвинуть его. Звук о у нас образуется, когда язык уходит назад, нам нужно язык чуть сдвинуть вперед. Uh, uh, uh. Вот такой звук. Perjury. girl, earn, urge, occur, burden, work. Worse, nerd jersey. Звук вот так выглядит, похоже на русскую букву Э, только немножечко над ней, как будто бы Пикассо протрудился и все переставилось местами. А, еще разочек прочитаем слова так, чтобы вы за мной повторили. Bur uh, burgery. Girl. Earn. Urge. Urge. Occur. Burden work verse, nerd jersey. Можем переходить к следующему звуку. Это звук «э». Самый любимый звук, потому что он самый ленивый. Он даже как такового звука не имеет. Он один-единственный, достойный название. Это звук «шва». Он называется «шва». Нам важно понять, как мы его произносим. Этот звук никогда не бывает в ударной позиции, поэтому он продолжается всегда. И слово «away», ударение падает сюда, это звук «away». У нас все расслаблено, ничего не напрягается. Возможно, язык чуть-чуть ниже находится, чем в этом звуке, но главное, что он очень короткий. «Away» – практически незаветный, неуловим. «Agree», «figure». Upward, awkward, doctor, color, constant. То есть он его практически нет, он очень короткий. Просто для него что-то там еле-еле произносится. Иногда мы ожидаем, что нам произнесут awkward. Слово-то большое, хочется, чтобы его прочитали, но нам произносится awkward. Вот и очень важно. Либо вот это слово, да, figure, figure, figure. Вот. С целых, получается, три буквы прожевываются. И для того, чтобы мы слышали эти слова, нам нужно понимать. И вот так вот да, выглядит звук, перевернутая буква «э». Поехали дальше. Дальше все достаточно просто. Это вот заднеязычные звуки, ну и один среднеязычный. С ними проблем вообще практически никакой нет. Если вы их неправильно будете произносить, то э, вас поймут. Если вы не будете знать как бы и с другими звуками эти звуки вы навряд ли спутаете. Возможно, они в каких-то акцентах будут немножечко отличаться. Итак, первый звук это долгий звук У. Он образуется вот тут вот вверху заднеязычной высокого подъема. Важно губочки, губочки, губы сложить трубочкой. «Лум», food, smooth, doom, «луз», blue, cruise, fruit, juice, remove. Никаких сложностей, никаких особенностей. И даже, если честно, я вот э, я вот где-то его тоже не, не дорабатываю, его чуть-чуть произношу по-русски, вот, потому что в английском вот чуть выше туда-назад, но мне ну, очень неудобно его так произносить, и никто никогда не жаловался. Поэтому нормально. Дальше. Короткий звук О. Вот здесь, да, он тоже чуть-чуть вот может отличаться. Практически тот же самый звук, чуть-чуть вперед. О, о, о. Да, put, push, full, spoonful. Вот, вот так вот он выглядит. O, spoonful, cushion, foot, stood, could, would, should, book. В принципе, эти звуки два нужно отличать, потому что иногда может влиять на смысл. Хотя, наверное, так можно сказать обо всех звуках. Root. У нас губы чуть подвинуты вперед. Root. Это маршрут. Root. Корень. Да? Root. О, чуть губы. Root. Root. На звуке у губы чуть больше вперед выдвигается. И тоже запомнить эти звуки несложно, хотя не знаю, почему не сложно. Мне их не сложно запомнить, потому что я, когда была маленькая, шоколадку НАЦ я все время читала неправильно. Все время я читала NUTS. Вот эта вот буква Ю почему-то мне читалась как У. Ну, вот похоже оно на звук У. И, в принципе, эти два значка между собой тоже похожи. Поэтому вот две точки У. Подковка. Хотя иногда она пишется не как подковка, а как вот эта вот также та же буква, только без двух точек. Но, ну, естественно, они пишутся где? В словарях, где дается транскрипция. Больше нигде так не пишут. А, вот, с этими звуками мы справились. Идем дальше. Звук «а». а. Низкого подъема язык, язык, язык лежит низко. Чуть-чуть, чуть-чуть-чуть-чуть переподнимается посерединке. Челюсть у нас чуть-чуть пошире открыта. Губы расслаблены. «А», 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 «а». Вот такой звук. must. Лак, дам, just upp, нан, bus, lunch, come, rough, double. И еще разочка Must luck, дам, just, upp, нан, бас, ланч, come, rough, double. Опять же, звук внешне похож на печатную А, только без палочки, без перекладинки. Если вы думаете о том, что его произносить как А, А, так короткий А. Вот и все. Следующий звук. Это звук о долгий. Через чуть меньше открыто. Звук язык уходит туда назад, практически о о да туда. Звук образуется вот тут вот где-то. И долгий звук от о мак ба hot sergeant «Клок». «Лав». enhance и обратите внимание, да, звук, этот звук А дается всякими возможными способами. Вот поэтому очень важно уметь читать транскрипцию, потому что, ну, вы смотрите на это слово, но как понять, что тут А читать? Только посмотреть в транскрипцию. В правилах, по правилам, эти две буквы должны давать звук Э, но дают звук А. еще разочек. Ат, ам, мак, ба, хат, love, enhance. И нам осталось с вами два звука всего лишь. Звук О среднего подъема, заднеязычный, точно так же, почти как О", О, О, язычок наверх поднять, туда корень языка, да, наверх вот подтянуть О. И долгий звук, не проживаем его. Storm, door, horse, sorted, lawn, daughter, walk, although, кост. О, о. Как такое удивление? О. Да, стом. До. Хос. Дота. Вок. Костик. И остался с нам, нам с вами один гласный звук. Это звук О. Он заднеязычный, низкого подъема образуется здесь. Проще, чтобы произнести этот звук правильно, нужно уронить челюсть вниз. Фонд. Вот так. О. Чтобы губы при этом остались на месте. Фонд. Гон. Sorry. Wrong. Clock. Obvious. Wash. Worry. Waffle. Squat. Watch. И из-за того, что да, вот он рядом со звуком А образуется звук О. Вот так, да, выглядит как перевернутая буква Uh, как перевернутая прописная «а». Uh. Uh, uh, у американцев этот звук звучит вот так вот oh, job. Uh, job. <laughs> «а», как «джаб». Британцы говорят «а», oh, «джаб». И, простите, я вам забыла обратить ваше внимание на то, как долгий звук «о» oh, выглядит. Вот, вот он такой вот надкусанный бублик. И двоеточие «о», oh, «о». Oh. Вот. А вот у нас долгий звук «О -а, 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 а. Да, давайте сейчас вернемся к ним. Вот он О, О, -о среднего подъема и О )arım. нижнего подъема, низкого подъема. И возвращаемся к О. Фонд, гон, sorry, wrong, clock, obvious, wash, warrior, waffle, squat, what. Вот и все. Со, с гласными звуками, с гласными значками мы разобрались. Вы можете себе там прям сфотографировать это все, распечатать, подписать, прям как вы это понимаете, чтобы с той целью, чтобы вы могли читать транскрипцию. Теперь следующий момент, который очень важен. Сейчас я себя чуть вот поменьше сделаю. У нас есть гласные звуки, а есть у нас гласные дифтонги, это двойные звуки. Мы им особо внимания уделять не будем. Здесь все очень просто. Работает тот же самый принцип. то есть эти дифтонги состоят из этих звуков. Если этот «э», значит, у нас сначала язык находится здесь, потом перемещается сюда, вот в серединку «э». Если «эй», то отсюда, отсюда сюда перемещается A. Если «э», отсюда, ну вот да, отсюда примерно, он чуть пониже падает. «э», «ай», «ау», Ой. Из ленивого положения о туда идет Эл, уа. Обратите внимание, в транскрипции элемент А, вот здесь вы такого да, значка не увидите. Здесь только домик А, либо А, вот такой, как прописная русская А. Когда в дифтонге звук Э, ай, вот этот значок, да, этот элемент А, пишется как русская печатная А строчная А. Это важно. Ну, как важно? Важно, чтобы вы отличали эти значки, да? Вот видите, они все разные. Вот так вот только для долгого звука, так для дифтонга и так для короткого звука. И теперь самая интересная моя любимая часть, хотя неправильно сказать, что любимая часть, потому что я и гласные люблю, и согласные я тоже люблю. Давайте я вот себе побольше сделаю, спрячу сюда. Согласные. У нас согласные делятся, естественно, по месту образования, и по звуку, да, глухие или звонкие. И первые взрывные, вот это те согласные, которые очень крутые, которые прям показывают, а, которые прям создают такой британский акцент. И мы потом посмотрим с вами один ролик а, из, нашего, а, из, из нашего русского комедий-клаба, и вы увидите, о чем я говорю. Итак, взрывные, что значит? У нас образуется взрыв, то есть у нас есть какая-то смычка, которая потоком воздуха разрывается, и образуется взрыв. И первый у нас смычка образуется на губах. Это звуки п, б, п, б. П. Когда мы произносим звук п, у нас в английском языке появляется придыхание п. Очень характерно для английского. В принципе, на б оно тоже чуть-чуть есть, но поскольку звук звонкий, то его незаметно, да? Это потому что в звонком звуке нет воздуха, есть звук п, б, п, п, п. на губах. Дальше поднимаемся вверх. Кончик языка упирается в твердое небо в альвеолярном бугорочке. Нашли позицию там, где верхние зубы соединяются с твердым небом, небом да, альвеолы. Кончик языка, имя прямо самый-самый кончик. Туда бьет. Добавляем звук. Вот он звук. Опять звук при дыхании на звуке «т». И у нас опять образуется смычка, кончик языка альвеолярной бугорки, поток воздуха разрывает эту смычку, происходит звук «т», «д», «т», «д», «т», «д». Отличается от русского. Русский у нас образуется где-то тут, между зубами «т», 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 «т». Да, мы видим язык. В английском такого не должно быть. «Т», 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 «т». Да, мы не видим кончик. Кончик уходит наверх. Дальше следующая смычка. У нас образуется задняя часть языка и мягкое небо. К -к -к. И также г г к к к г г г к г к г Тут мне еще мое украинское прошлое, конечно, дает о себе знать. Звук г да, может звучать немножко по-другому, но вот нам смычку образовать там очень важно. Дальше идем щелевые звуки. Опять тоже очень важно звуки ф в верхние зубы нижняя губа чуть-чуть прикасается образуется щель звук проходит между ними ф ф ф, ф, ф в в в в дальше следующие самые любимые всеми щелевые звуки Прямо вот здесь если эти значки транскрипционные похожи на буквы то таких букв у нас нет но что мы получаем? Вот как мне запоминать, да, было проще. Мы, я представляла себе, что вот это вот, это рот, и вот это вот палочка, это язык между зубами. Похоже же ведь. Да? И звук. Как у нас получается этот звук? У нас язык между зубами расположен. Не нужно, прям кусать и все, не отпускать. Звук образуется за счет того, что поток воздуха проходит в щель между языком и зубами. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank, you, thank you. Да. следующий звук звонкий, точно такое же положение языка, языка и зубов, но добавляется звук. И тут такое ощущение, да, как будто бы вид сбоку. Как будто бы язык вот выглядывает кончик, и зубами мы его прикусили. Дальше звуки с, З, с, з. У нас это часть языка, если вы так делаете, обязательно помыть руки перед этим. Касается альвеолярных бугорков, не кончик, не самый кончик, как т, -д, а вот передняя часть язычка прилегает к альвеолярным бугоркам, и поток воздуха проходит между кончиком языка между передней частью языка и альвеолярными бугорками. С, з, С, з, С, з. И звук С, как никакой другой звук, выдает русских. Вот если вы говорите This is a cat, а то это не так будет звучать, <laughs> то возможно не сразу определять, да, что вы русский, потому что многие другие нации и англоговорящие англичане, некоторые из акцентов тоже неправильно говорят звук С, с. Вот в Ирландии звука «с» нет. Если я не ошибаюсь, конечно. А «с» очень выдает, потому что у нас он такой свистящий очень звук. С, з, с, з, с, з. Кончик туда прилегает. Дальше, следующие щелевые звуки – это «ш», «ж», «ш», «ж». Звук «ш». Похож на звук «с». Только спинку он так вытянул шейку, как змея, и шипит. И тут чуть дальше средняя часть к твердому небу прилегает. Ну, как прилегает. И звук проходит между средней частью языка и твердым небом. И также звонки. Да, вот это звук. И дальше тоже важный звук, этот звук бесконтактный, это просто большая щель, на пути которой ничего не встречается, воздух просто свободно выходит. House, hello, how are you? и так далее. Дальше, смычные щелевые, у нас есть смычка, и дальше идет щель. Первый звук, да, из двух элементов. Мы образуем сначала а потом практически не разрывая язык приклеивается к этой позиции. То есть сначала кончик языка упирается в твердое в алвеоляры, в альвеолярные бугорки, а потом дальше как бы плотно начинает прилегать туда, получается ч 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 чоклет чоклет ч чоклет Дальше дж, дж, дж. Точно так же д, и только точно то же самое, только звонко, Ч, дж, ч, дж, ч, дж, дж. Дальше носовые звуки. Мягко они оба опускается, звук идет в нос. М, м, м. М, н, н. н. Язычок на звуке н упирается вверх. Н, 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 И здесь получается кончик языка, вот этот звук, похоже на это. На нас кончик языка упирается в нижние зубы. И все остальное спинка подгибается наверх, вот в твердое небо. <клес> простите, в твердое небо упирается. Происходит, да, он как кошечка выгибает спинку язычок. Представьте, нижние зубы и так как французская в нос говорится. Дальше латеральный звук л. Кончик языка в альвеолярной бугорочке. Звук Смычка не размыкается, звук уходит с обеих сторон, боковой звук. Поэтому он так называется л-л-л. И дальше два звука, почему-то их так разместила. ⁇ О и ⁇ Е ⁇ Это звук ⁇ Е ⁇ обратите внимание. Они полугласные полугласные полусогласные. ⁇ О ⁇ Образуется... Собираем губы, как будто бы хотим сказать ⁇ У ⁇ И дальше уходим на улыбку. ⁇ О ⁇,⁇ О ⁇,⁇ О ⁇ Дальше звук ⁇ Р ⁇ Звук «р» образуется. Мы язык как будто бы загибаем назад, упираем в твердое небо, кончик языка. Вот в загнутой позиции упираем его. «Р». И чуть назад оттягиваем. «Р». 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 Мы упираем его, да, чтобы показать позицию языка, но там мы его не держим. «Р». 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 Если это сложно, непонятно, можно просто оттянуть его назад, и получится такой же звук. «Р». 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 Только вы теряете вот этот вот подвергнутый «р». И дальше звук Е, 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 похоже на русское краткое Е. Вот и все. А, это то, что нам нужно знать для того, чтобы, в принципе, уметь читать транскрипцию. Нужно запомнить эти значки. Но, опять же, они очень похожи на звуки. Здесь из всех согласных нужно запомнить только вот эти штуки. Я вам рассказала, как я их запомнила. Здесь шипящая змея. Тут ж, ну, почти как тройка. сжал жук и получил тройку на уроке. Вот. Ч, дж, ч, дж. И тут похоже на выгнутую спинку. Здесь важно запомнить, да, что это звук «е». Вот если он в транскрипции, то это звук «е». Дальше, что нам нужно делать? Для того, чтобы звуки получались быстро, конечно, нужно тренировать, тренировать язык. У англичан кончик языка развит больше, больше натренирован, чем остальные части языка. Можно просто какие-нибудь делать упражнения с языком. Вытянуть язычок, язычок вперед, напрягая кончик, Погонять его туда-сюда можно попробовать подоставать разные части да, во рту. Быстро это поделать. И так далее. Ну, в общем, различные такие упражнения. Я думаю, в интернете их можно много найти. Если что, пишите, я вам все подскажу. А дальше мы с вами будем разбирать на следующем уроке кластеры. Звуков, согласных звуков, да, как они меняются в потоке речи, и дальше будет интересней. See you very soon. Bye bye.